26-го буду защищать свой титул интерконтинентального чемпиона. Противник у меня грузин. Смотрел его бои. Мы с тренером обсудили, выбрали тактику, готовились к нему очень серьезно. Подошел в хорошей форме к этому бою. И зрителей удивлю, буду радовать только в ринге. Приглашаю мясских болельщиков, моих друзей, потому что у меня там очень много друзей, моих родителей, родственников. Всех приглашаю поболеть за меня, приехать.